Так, всем привет, с вами Сайдекс. Сегодня хочу поговорить о таком магазине, как GamesCase.store. Многие ютуберы рекламируют их, блогеры. Типа, купил игру, вторая бесплатно. Игры здесь всякие разные, вот GTA, там, CSGO, Overwatch, Watch Dog, DayZ, Rust, вот, PlayerUnknown's Battleground, ну, в общем, Division есть, Arma 3, Far Cry. В общем, много интересных игр. И я, собственно, вчера хотел себе на Steam взять, сейчас же идет летняя распродажа, вот эту игрушку. И 800 рублей как-то жалко было тратить. Собственно, увидел на этом сайте, посмотрел видос от Нефёдыча. Смотрю, рекламирую, дай-ка попробую. В общем, при нажатии мы что делаем? Так, потереть надо будет. Вводим свой e-mail и выбираем способ оплаты. Я изначально пробовал банковской картой оплатить, у меня не получилось. Я думал, все, пипец, уперли мои данные карты. Проверил карту, все нормально. Это было дело вчера. Так что пронесло вроде как. А потом думал, ну его нафиг рисковать. Закинул 200 рублей на МТС. И с помощью телефона оплатил вот эти 99 рублей. Но тут, как видите, написано, комиссия составляет 11,6%. Я тут ставлю скриншоты с смс от телефона, что мне там пришло. Потом, короче, при подтверждении платежа вам приходит на мыло вот такое вот письмецо. От Lexet Sellers. Seller. Типа, уважаемый покупатель, в интернет-магазине вы приобрели ключ PlayerUnknown's Battleground. И тут такая вот пометочка Chance Games Case. То есть это шанс на эту игру. И смотрите, что мне дали. Вот этот код, да, на игру. Только игра Castle Werewolf 3D. Ну, в общем, посмотрел я эту игру, вот она, стимовская Castle Werewolf 3D. Она стоит, сейчас скидка же летняя, распродажа идет до 6 июля. Она стоит вообще 14 рублей, но, скорее всего, хозяин магазина ее покупал по 59, тут за 60 рублей он ее взял, да, я ему, грубо говоря, сотку отдал. То есть он наварился в полтинник с меня, то есть. Короче, ребята, это развод. Никаких тут шансов, короче, это развод. Никакой нормальной игры тут не приобретете. Будет только одно, извините за выражение, говнецо. И просто автор обогащается на тупо на вас. Кстати, код я не активировал. Кому эта игрушка нужна, можете активировать на свой Steam аккаунт. Как она активируется, там, по-моему, сейчас я Steam клиент запущу. Короче, сюда нажимаем и активируем. Здесь. Все. Всем пока. Кому было видео полезным, оценивайте. В общем, кто предупрежден, тот защищен. Всем пока.